здесь что-то есть. Где там артефакт Кейры?
добра, нет зла, есть только боль. У тебя кажется кровь. Нет добра, нет зла, есть только боль. Не крутись тут.
Откуда? Из Велина. Там война, сударь. А? Велин. Хватит с меня этой работы. Сударь, ведьмаки. В чем дело? У меня в доме что-то завелось. Уж вы проверьте, что за призрак меня... Морок? Премного благодарю. Сейчас блевану со скуки. Обосрался от страха! Вот и наша ведьма. Достойной компании. Рассыпаться! Понеслась! Не люблю, когда меня обманывают. Обманывают? Я же только... Да, зато охотники. Ну, хорошо. Может, я и не все сказала. Да и золоту. Вот, ключ к сокровищу. Один из трех. Охотники на вид... Веди себя прилично, ведьмак. Подозрительно ты выглядишь, приблуда. Не крутись тут. О, вечный огонь осветит вам. Ничто не причиняет такой... А он? Я же понятия не имел, что там они занимаются. За донос наказывают. Ну вот, пожалуйста. Еще один страшила. Красавица. А что надо делать? Меня опередили. Интересно, что это? Что же случилось с этим целителем?
Я шел себе, ковылял по своим делам. Люди, пожалейте. Страдаю от меня. Не крутись тут. Люди, пожалейте. Страдаю от меня. Береги себя. Эй, ты! Видел тут где-нибудь телочек? Лучшие времена сейчас. Что сегодня? Приключения! Самые жаленькие бордели в Петрограде – это позитор. Но есть еще кромоножка, шалфей и уличные девки. Здравствуй, Эйвор. Здравствуй, Геральт. Сделай... Будь здоров. Заглядывай. И не за тем, чтобы обращать за лучшие. Штаны рассал. Каждый свою репку тянет. А я что? Ну и пё. Эй, ведьмак! Коронер вас вызывай! Говорит очередная жертва. Велел передать, что главные двери будут для вас открыты. И чтобы вы приходили... О, кажись, я устану. Не делай глупостей. Чтобы бедноты да столько рукописей.
ясно, как меч. Проходите, мастер-ведьмак. Геральт, да? Хорошо, что ты здесь. Я ждал со вскрытием до твоего прихода. Очень мило с твоей стороны, особенно учитывая, что ты был не в восторге от моего первого визита. Потому что ты явился без приглашения и в сомнительной компании. А у меня на шее висел преподобный Натаниэль. Теперь наш духовный опекун укатил за город по каким-то делам. А я уже знаю, кто ты и какая цель тобой движет. Так что с радостью помогу тебе в следствии. Кто жертва? Йорис Аквинус, преподаватель теологии Аксенфуртского университета. Его нашли сегодня утром у него дома, на катафалке, сложенном из книг. Что за книги? Кажется, все были посвящены культу Вечного Огня и критиковали его доктрины. Да, в Новиграде это смертный грех. Начнем вскрытие. Охотно. Повреждения соответствуют обычному почерку убийцы. Жертву связали и напоили формалином. Затем преступник удалил глаза и на их место вложил горящие угли с тем, чтобы вскрыть грудную клетку. И... А это что? Пергамент? Из человеческой кожи. Это сообщение от убийцы, имя следующей жертвы. Патриция Вигельбут. Ты знаешь ее? Да, я даже был в ее имении вместе с... Я поеду к ней, сейчас же. До свидания, Милстарик. Я шел себе, ковылял по своим делам. Что это у тебя там? Сушеные грибы, Милстер! На рыбе фиксаю! Подозрительно ты выглядишь. Чего тут? Я должен поговорить с Патрицией Вигельбут. Так ты решил, что любой оборванец может? Да, она в опасности. Впусти меня, или ее смерть будет на твоей совести. А если я тебя пущу и окажется, что ты все выдумал, меня тут же отсюда выпрут. Мне казалось, что стражник должен защищать хозяина, а не собственный зад. Будь по-твоему, отведу тебя к госпоже Вигельбут. Только без всяких штучек. Ты меня понял? Ой, Геральт, какой приятный сюрприз. Вовсе не такой приятный. Я должен увидеть твою мать. Ее жизнь в опасности. Смерть? Не шути так. Я видела маму сегодня с утра. Она была грустна, конечно, но в добром здравии. Я выслеживаю серийного убийцу, и у меня есть основания думать, что твоя мать станет следующей его жертвой. Даже если так, наша стража... Он очень жесток с жертвами, он их пытает, а потом вырывает сердце. Проверим, что с ней, на всякий случай. Тяжело мне в это поверить, но я вижу, что ты не шутишь. Прошу за мной. Костер как на Билетейн, только время года неподходящее. Помнишь, я говорила, что мать грустит? На самом деле, она переживает кризис веры.
достаточно серьезно. Мы были в Новиграде. Мать увидела костры на рынке. Всю обратную дорогу она молчала. По возвращении приказала вынести священные книги, регалии, реликвии и сжечь. А потом закрылась у себя. Прибавим шагу. Ты слышишь? Тишина, покой. Все в порядке. Все-таки войдем внутрь, чтобы убедиться. Ты настаиваешь? Ну, будь по-твоему. Подожди здесь. Думаю, мама не в настроении принимать гостей. Все еще здесь. Получишь стрелу в кишки. Слушай, вы поймали не того. Со мной этот номер не пройдет. Я отведу тебя к госпоже. Убийца все равно уже сбежал. Веди, герой. Мы взяли его, госпожа Ингрид. Пришлось потрудиться, но... Опусти арбалет, пока сам себя не подстрелил. Этот человек невиновен. Простите, госпожа, я увидел, как он бежит, и решил, что он убегал, и... Я гнался за ним и догнал бы, если бы ты мне не помешал. Прочь! Моя мать! Почему с ней так поступили? Почему? Может быть, убийцы наскучили шлюхи нищие, и он хотел увидеть, как умирает кто-то из высшего света. Ингрид, я знаю, это очень тяжело для тебя, но обычно убийца оставляет рядом с телами письмо с именем следующей жертвы. Могу ли я... Можешь, но сделай это без меня. Я больше не хочу видеть ее такой. Не хочу ее такой запомнить. И пусть это будет последняя жертва. Прошу тебя. Ногти обломаны, синяки. Она защищалась. Наверное, поэтому у него ушло больше времени, и он почти попался. Вот и письмо. Сладкое Анике у Катарины Хромоножки. Он становится все наглее, не только имя, еще и место. В этот раз он от меня не уйдет. Следы обрываются, как будто испарился. Раны, как у предыдущих жертв. Нет смысла рассматривать, нужно лететь в Хромоножку.
за мать ее. Где сладкая Аники? Наверху. Но у нее важный клиент. Не мешай. Не откладывай на завтра, купи сегодня. Никто тебя, сука, не услышит. Никто! Зато тебя сейчас будет слышать весь город. Ты мне помешала. Снова. Я не люблю, когда мне мешают. Я собирался развлечься со сладкой Аннеке, но сперва займусь, пожалуй, тобой. Сперва скажи, зачем ты это делаешь? Для удовольствия. Удовлетворения. Этого можно достичь со шлюхами традиционным способом, без убийств. Поверь мне. Кто говорит об убийствах? Может, все закончилось бы парой ожогов третьей степени. Эта розовенькая кожа должна замечательно поджариваться. Избавь меня от своего вранья. Я видел, как заканчивают твои жертвы. Ты никогда не останавливаешься. Разве что тебе кто-нибудь помешает. Как сейчас. О чем ты? Что ты несешь? Об убийствах. Это ты убил Фабина Мейера, Патрицию Вигельбут и многих других. Ерунда. Ты что-то напутал, выродок. На теле Патриции я нашел сообщение, которое привело меня сюда. Сладкой Анике в хромоножку. Если не ты его оставил, то кто? Не знаю. Но вижу, что все-таки нам надо поговорить. Спокойно. Кто знал, что ты здесь будешь? Представь себе, я не хвастаюсь такими похождениями. Есть только один человек, которому... Но это невозможно. Он даже с трупом обращается, как с ребенком. Коронер, да? Он знал, что ты занят. Что ты не зайдешь случайно в мертвецкую. Я иду к нему. Иди, только на склад номер 12 в порту. В это время он ездит туда получать реагенты. Формалин. А я останусь здесь. Я еще не закончил со сладкой Аннеке. А между прочим, я заплатил. Заранее. Ты развяжешь ее, оставишь на столе свой кошелек, а потом выйдешь отсюда и никогда больше не вернешься. Так точно. Послушный мальчик. Что, формалин закончился? Хм. Я недооценил тебя. Сперва ты почти поймал меня in flagrante delicto, потом раскусил блеф с Натаниэлем. Хотя, вижу, ты еще не все разгадал. А то взял бы серебряный меч. Кто
Что ты такое? Вампир. Высший, разумеется. У тебя была какая-то причина убивать этих людей? Зачем ты их пытал? Я думал, ты и до этого дойдешь. Символика была, кажется, достаточно ясной. Угли для тех, кто не видит огня. Яйцо саламандры, которое рождается в пламени вместо холодного сердца. Сожженный голос, чтобы... Да, символика ясна, не ясно только зачем вампиру убивать во имя вечного огня. Повод очевиден. Я согласен с диагнозом, который поставила церковь. Новиград пришел в упадок. Люди забыли, что такое порядочность и мораль, и я решил им напомнить. Так, чтобы они заметили. Ты ебаный псих. Я не ожидал, что ты поймешь. Я с самого начала почувствовал, что ты циник и оппортунист. А если разговор столь неприятен для обеих сторон, давай перейдем к следующему пункту нашей встречи. Последний раз я сражался с Ведьмаком 200 лет назад. Надеюсь, я еще помню, как это делается. А ты? Ты встречался в бою с одним из нас? Нет, невозможно. Ты бы не выжил. Да, седай, приключений! Ну как? Лучше, правда? Да. Ты позаботился о том, о чем я просил? Ага. По ведьмачьи. Спасибо, Геральт. От меня и от Присциллы.
Я сделал свое дело. Теперь твоя очередь о ней заботиться. Я позабочусь. Вот увидишь, я выхожу ее лучше, чем дриады из Бракелона. Она уже начала говорить. Приятный сюрприз. Правда? Профессор фон Грац говорит, что раны заживают на ней, как на тролле. Не очень элегантное сравнение, согласен, но оно одушевляет. Может, она даже сможет вернуться к пению когда-нибудь. Пока мы попробуем выступать дуэтом. Присцилла будет играть на лютне, а я петь. Лютик и уточка-цыранка. Хорошо звучит? Очень хорошо. Удачи, Лютик. На сцене и вне ее. Прости. Мое горло еще. Надеюсь, ты быстро поправишься. Да, Геральт. Я нашел убийцу и прикончил его. Это был Губерт. Чутье тебя не подвело, ему нельзя было доверять. Он был высшим вампиром. Я думал, что меня в Новиграде уже ничем не удивить. Но, видно, я ошибался. Сильно ошибался. Спасибо, Геральт. Если бы не вы, это никогда бы не кончилось. Я знаю еще одного хирурга из Оксенфуртской академии. Шани. Не встречал такую? Короткие рыжие волосы, веснушки. И неиссякаемый идеализм. Она год была моей ассистенткой. А не знаешь, где она сейчас? Что-то мне подсказывает, что где-то на фронте. Латает солдат. Я говорил ей, что это бессмысленно. Что пока она спасает сотню жизней, погибает еще тысяча. Но... сложно спорить с медиком, увлеченным высокой идеей. До свидания. Какие проблемы? Демоны! Ну, давайте выпьем! Ты, должно быть, ни одной головы вскружена, красавица. Не надо ли тебе чего, мастер? Баба моя только и не это. Смотри! Из какого далекого юга у тебя эти ткани? Новейшие расцветки и фасоны. Позор! Возьмите с оружием посреди улицы. Обманули меня, банда проходит. Смотри, какой братья. Горячий огонь ведет нас. Ура! Смилуйтесь, господин. Какая из меня ведьма, я дома сидела для себя.
сама не залезет. Ну, да, ребята говорили, что есть в одной деревне детка, с которой за еду покувыркаться можно. Да не какая-нибудь старая бабища, у которой зубов нет. Смотри, где золотишко прикопали. Или тебе... Где деньги? Не хотите говорить добром? Нет, прошу вас. У нас уже ничего не осталось. Сударь, помогите. Не вмешивайся! Оставьте их в покое. А тебе что до этого? Я не буду спокойно смотреть, как вы их грабите и убиваете. Так не смотри. Впечатлительный какой. Ты еще здесь? Эй, взять его! Чем могу служить? Мне нужны доспехи. Бывай.
Эрик, чем могу помочь? Что у тебя? Бывай. Чем могу служить? Я хочу посмотреть. Бывай. Я хочу по... Бывай. Связали их, в сарай загнали. Хозяйки дома, хозяйки милости. Сука, себя обработать. Thank you.
Ну... Здесь стоит осмотреться. Тебя тоже ненавидят во мне. И от страха такой блеск. Таких? А когда ты последний раз... Что-нибудь случилось? Ой, тяжко. Ой, тяжко. Здравствуй, Эйвор. Здравствуй, Ген. Сделай... Будь здоров.
молодежи в голове сплошной бок. Ничто не причиняет. Убегайся! Пощадите! Все! Не могу! Лежи-ка! И как догадался, что это городской город? Снова потащишься. Жалкое зрелище. Как вы, блядь, не научитесь? Проклятие!
Хватит болтать, к бою! Покажи. Прощай. Ну что, паскуда? По зенкам его, сукина сына! Как вы, блядь, не научитесь?
Куда спешишь? Куда? Говорили острова, войну с черным. Хрен там они ведут. Чудо, что вы вообще вернулись. Не все. Сучи, герой. Занят я. Вот как так жить, ведьма? Хватит следить. А? Кто капитан этого корабля? Он перед тобой. Ну что, вылупился? Да. Здесь капитанствует баба. Я должен попасть на Скеллиге. Не на этом корабле. Я хорошо заплачу. Островитяне живут морским разбоем. Я рисковать не собираюсь. Ты плавала туда когда-нибудь? Послушай, островитяне нападают на всех. Если кого ненавидят, тот же Нильфгаард. На того нападают чаще. Но на самом деле для них большой разницы нет. Однажды взяли меня на абордаж. Хотели, наверное, проверить, капитан я или баба. После той свалки хватит для меня Скеллиги до конца моих дней. Всякий дух вечно хватит. Были какие-нибудь в семье? Где там? У меня в деревне. Есть один проверенный метод изгнания ведьм. Спокойно, я тебя предупреждал, уродец. Ты ж не слушай. Ты хоть знаешь, кому дерзишь? Берегись, мельницы! У меня дедушка заболел. Ты капитан этого корыта? А что? Сколько будет стоить нанять этот корабль? Единство народов не нанимается. У владельцев свои планы. А кто-нибудь в Новиграде сможет меня взять на Скеллиге? В смысле, есть ли тут у нас психи? Есть, конечно. Волверстон по прозвищу Фляг. Он овечек любит, как островитяне. Тяжко.
Ты Волверстон, капитан Атропос. Погоди. Я ли Атропос? Мне надо на скель. Моя Атропос идет на... Зерно везу. Только... Тихо. У тебя деньги есть? Держи. Этого хватит? Мешок тяжелый, как... Ты сам-то готов? Уясни себе одно. Капитан Волверстон никогда... Ну так что? Поплыли. Поднять! Не подходи, убью. Я смерти не боюсь. Ты обираешь все трупы, которые тут выбрасывают? Брать у мертвого не кража. Я островитянин. Не пашу, не сею. Мой урожай выбрасывают на берег волны. Ты плыл на Атропос? Да, я думал, у капитана с вами какой-то договор. Может, с Лугасом он и договаривался, а с Крахом нет. Хотя стоило. У нас тут чужих кораблей не любят. А ты-то чего ищешь на Скеллиге? Встречаюсь с чародейкой. Йеннифер из Венгерберга. Кайр Трольде у Краха гостит какая-то чародейка. Может, она самая и есть? Кажется, не слишком ты ее жалуешь. И правильно, кажется. Говорят, она обвела Краха вокруг пальца и вертит им, как хочет. Страшно гнусная баба. Командует всеми. Одно слово — ведьма. Как выглядит эта чародейка? Одета в черное и белое. Если б не сиськи, можно было бы принять за касатку. Хотя и с сиськами ее многие спихнули бы обратно в море с большим удовольствием. Как тебя зовут? Стенгрим. Ты меня раздражаешь, Стенгрим. Очень хочется дать тебе по морде. Ну,
Попробуй, приблуда. Хватит с тебя. Лучше добивай. Не то передохну и тебя ухерачу. Это была хорошая схватка. Но пока хватит. Знаешь, как попасть в Каэртрольды? Как-нибудь попаду. Держи путь на север. Потом повернешь к западу, в сторону залива. И придешь к мосту. Я... Спасибо. Латва не так. Быстро. Если моя Рета захочет что-нибудь с большой земли, я сам на бег схожу. Покажи лучше, что у тебя из нашего. Подойди ближе, незнакомец. Приветствую. Покажи мне... Бывай. Приветствую. Покажи мне... Бывай. Только люди не выдумают, за них и вовсе хорошо. Распороли его прямо. Ищи его и пули, пустили вокруг дерева бегать. Вы слышали, морские дьяволы убили Дагура.
человек среди. Жизнь среди живых. Отлично выглядишь. Спасибо. Я рада тебя видеть. Торжественная речь. Король Бран из клана Тирших собрался в свое... Сядут в братском кругу. Теперь он будет... И это будет... Ты чудесно пахнешь. Геральт, мы на похоронах. Ты чудесно пахнешь на этих похоронах. Кланы суть Скеллиге. По обычаю, на время войны кланы объединяются под началом короля. Мы простились с Браном. Время выбрать его преемника, который поведет нас против черных. Двор Каэртрольда распахнет двери для каждого, кому был дорог Бран из клана Тирших. Еды и питья хватит на всех. Во время тризны назовут свои имена те, кто считает себя достойным короны. Я не видел тебя 2 года. Хочется забрать тебя в уединенный домик на берегу моря. И не выходить оттуда неделю. И что бы мы там делали столько времени? У меня есть кое-какие мысли. Та, в которой фигурирует веревка для трофеев, меня прямо заинтересовала. Ты опять читаешь мои мысли? Более того, мне они нравятся. Ты узнал что-нибудь в Велине? Цири каким-то образом попала к тамошнему барону-самозванцу. Он держит в страхе всю округу. Незадолго до Велина Цири ранили. Она была ранена? Серьезно? Не думаю. Барон вскоре отправил ее в Новиград. Подозреваю, что она искала тебя. До барона она попала в лапы 3 ведьм. По счастью, она сумела сбежать. Ведьм? Не знаю, что это за твари на самом деле, но они очень опасны. Кстати, о ведьмах. В Велине я встретил нашу старую знакомую, Кейру Мец. Что она делает в такой дыре? Скрывается от охотников за колдуньями. Она сказала, что Цири искал какой-то эльфский чародей. Хорошо. Когда будет больше времени, мы к этому еще вернемся. Цири в Новиграде хотела снять какое-то проклятие. Когда я приехал, ее уже не было. Ты уверен? Это рассказал Лютик. В этот раз без художественного вымысла. А что за проклятие? Я почти ничего не знаю. Цири попала в переделку и не успела довести дело до конца. Я нашел филактерий, который она собиралась зарядить. Потом дашь мне на него взглянуть. А ты что-нибудь узнала? Не так давно на Артскеллиге произошла катастрофа, вызванная магией. Очень необычная. Я не встречала ничего подобного. У меня предчувствие, что причиной всему была Цири. Я уважаю твою интуицию, Йен, но нам нужны настоящие доказательства. Они появятся, если я смогу исследовать аномалию. Но мы шаг...
Мышавур возглавляет круг друидов на Скеллиге. С тех пор, как Цири была маленькой девочкой, сомневаюсь, что ты сможешь с ним договориться. Почему Мышавур? Скажем, мы О, Крах. Белый волк! Приветствую тебя, Крах. Нам надо встретиться на Тризне. Я не приму никаких отговорок. У меня к тебе важное дело. Наш уединенный домик подождет. С Крахом Анкрайтом отношения лучше не портить. На Перу я буду в черном и белом. Надеюсь, ты будешь со мной гармонировать. Подбери что-нибудь, в чем ты пока не охотился на чудовищ. Йен, ты знаешь, как я не люблю эти новые дублеты. Сперва они жмут, а потом тут же рвутся. Я, как и Крах, не приму никаких отговорок. Мы тут не ради удовольствия. У нас важное дело, и мы должны выглядеть пристойно. Я сняла комнату в корчме. Зайди туда и выбери что-нибудь, что я приготовила. Мне надо еще кое с чем разобраться. Ты поможешь человеку. Не задевай порядок. Вот порядочные люди живут. Эй, ведьма! Не видел чертежи? Страх! Не жри столько! Это интересный блюдок. Я за тобой слежу. Тиран из рода Тирша. Мужественный наш конунг. Велика эта потеря для... Привет. Море с утра спокойное. Ты портной? Портной? Надо... Если ты так ловко работаешь нож... Я такими вещами не занимаю. Бывай. Идеальная комната для Йен. Она всегда любила микроскоп. Я смотрю, она без него никуда. Как говорила Филиппа Эльхарт, мегаскоп – вещь столь же личная, как зубная щетка.
что когда-нибудь решусь на такое, но чего не сделаю для... Да. Что для меня денег? Лучшее оружие ни к чему. Если слабо, то интересно. Пусть твой топор никогда не затупится. Все такие, у нас тут неприятности с Мюрдьябли, ну, с утопцами. Дай-ка угадаю, рвут сети, жрут? Если б только так. В нашем заливе твари хуже, чем на Большой Земле. Как? Странно. Рюри, мой ученик, был в лодке, на которой... Поговорим сперва о награде. Чуточку дороговато. Чуточку дороговато. Дорого. Ну, может... Я приним... Ого. Приключения ищешь? Красивые мечи, но по мне лучше добрый топор. Бран был великим владыкой. И ему нужен достойный преемник. Кажется, госпожа, ты говоришь о ком-то определенном. Беда Скеллиги в том, что здесь нет наследственной монархии. Любой выскочка может стать королем и пустить прахом достижения предшественника. Король на островах – фигура скорее символическая. И это тоже нужно изменить. В наши времена нужна сильная централизованная власть. Я Геральт, ведьмак. Бирна, королева Скеллиги. Приятно познакомиться. А теперь ты должен меня простить. Меня зовет Дон. И почему я не удивлена? Геральт, что ты надел? Я не хотел затмить твоей красоты. Мужчина при женщине тоже украшение. И спасибо за комплимент. Пойдем, а то все перепьются, и разговаривать будет не с кем. Точно. Я не буду. Ты и дальше собираешься рас... Я собираюсь говорить. Меня занимает один вопрос. Mm-hmm. С чего ты вдруг отрастил бороду? Даже не знаю. Госпожа Йеннифер, господин,
Привет тебе, Арнвальд. Мой товарищ, Геральт из Ривии. Большая честь для меня. Мы хотели поговорить с Крахом Анкрайтом. Ярл скоро будет. Он выделил вам почетное место. Прошу за мной. Нас посадили здесь. Я сама его об этом попросила. Хотела познакомиться со славным ведьмаком Геральтом. Мы уже встречались, ты не помнишь? Это было так давно. Ты навещал нашего отца, когда мы с Хьялмаром были детьми. А теперь представлю наших сотрапезников. Это Хальбьорн, сын Хольгера Чернорукого. Это Лугас Синий, первенец Лугаса Безумного. А с сушеной треской сражается Отрик Анхиндер. Похоже, нас посадили с сыновьями ярлов. Керис Анкрайт, дочь ярла Гер, а дочери ярлов ничем не уступают их сыновьям. Вы, наверное, уже поняли, что каждый из них только и мечтает стать преемником Брана. Керис завидует, потому что тот из нас, кто отличится самым славным деянием, станет королем. Все знают, что деяниями состязаются только на показ. На самом деле все будет так, как решат ваши отцы. А вы думаете, о чем еще они говорили с Крахом? Ты говоришь так, потому что сама ничего не можешь. Помнишь, как Хьялмар вызвал смельчаков бежать на гору на перегонки? Он прибежал первым и вбил свой топор в пенек на вершине. А тебя там не было. Ты грела свои цыплячьи косточки у очага. Почему ты не ответила на вызов? Не твое дело. Но я бы победила. И тогда, и сейчас. Слово о Хьялмаре, а где он? Мой брат гуляет сам по себе. Впрочем, может, повторим состязание? Я любого одолею, хоть бы и ведьмака. Если я возьму над ним верх, это будет настоящий подвиг. Согласны? Зависит от того, согласен ли ведьмак. Геральт? Я с удовольствием. Какие правила? Выигрывает тот, кто первым вырвет топор Хьялмара из пня на вершине. Если сойдешь с тропы, то проиграешь. А я уж думал, наблюю тут со скуки. Начнем! Пришли. Отсюда вы отправитесь на вершину вон той горы. На вершине есть дубовый пень. Кто вырвет из него топор Хьялмара, тот и победил. Я готова. Начинайте, когда я протрублю в рог. Я был впереди всего на волосок. Так не бывает. Есть только победа или проигрыш. Я проиграла. Лучше вернемся на тризну. Давай. Пир-то уже в самом разгаре. Мы потеряли вас из виду. Кто победил? Я проиграла. Ты проиграла ведьмаку, перепелочка. Всякий из нас проиграл бы. Хватит этой болтовни, давай выпьем.
Выпьем за Керис. Подайте меда и кубок. Собрано. Пусть ему всего хватает на том свете. Здоровье моей прекрасной спутницы. Благодарим за компанию. К сожалению, нам уже пора. Разве? Нам надо поговорить. Но не здесь. За этой дверью ты все узнаешь. Позвольте представить Геральта из Ривии, ведьмака. А это ярлы, донор Анхинтер и Лугас по прозвищу Безумный. Называть Лугаса безумным – оскорбление для безумцев. Он обычный долбошлёп. Назови меня еще раз долбошлёпом, и я отрежу тебе башку, насажу ее на кол и носу в дырку от шеи. Хватит. Время решить спор здесь и сейчас. Вот напугал! Я уж в портки навалил. Смотри, мудло, покалечишься. Решайте свои дела снаружи. А ты кто такой, чтобы давать мне советы? Тот, кто лучше тебя знает обычаи. Ты оскорбляешь память Брана и гостеприимство Краха. Вот бы обрадовался император, услышав ваш разговор. Милости просим, его императорское величество, к нам на огонек. Пусть приходит. Мы черных не боимся. Грабить прибрежные деревни вы мастера. Только настоящая война с регулярной армией – дело другое. Гляди, какая языкастая! Иди-ка, ведьма, мешать в котле и своди чири, и не болтай о том, про что не имеешь понятия. Знаешь, Лукас, я ведь тоже в гробу видал священные законы гостеприимства. Ну, наконец, хоть какая-то веселуха. Меня от скуки уже плевать тянет. Иди сюда, приблуда. Покажи, из какого ты теста. Сдвигайте лавки. Сейчас мордобой будет. Пусть нахер зубами подавится. Повтори, пожалуйста. Ты смотришь за моими детишками. Да, наверное. Покажите уже этому разъебаю для его места. Отстой его! Лови его, слабый, я его помню. Есть что сказать напоследок? Тебе не хватит? Ты меня ушатал. У меня все еще в зенках темно. А зала качается, как дырявая корыта. Мы в расчете. А теперь попроси прощения у госпожи. Не держи на меня зла, госпожа. Я чародеек уважаю. Слово против них дурного не скажу. Я не в обиде. Забудем об этом. И мордобой хороший я тоже уважаю. Это дело мужское. Дай лапу, ведьмак. Давай я ее пожму. Ведьмак, выпей со мной, в знак того, что не держишь на меня обиды. И обязательно заезжай ко мне в гости. Йорант уже давно ноет, что надо бы пригласить ведьмака на зачарованный маяк. Поболтаешь с ним за кружечкой пива в таверне под Оренбьорном, а после зайдешь ко мне, и мы уж там догонимся чем покрепче. За нашу встречу. Хорошо. Охотно с тобой выпью. Охотно выпью в славной компании. Хочу напомнить, что нам предстоит обсуждать важные вещи. Для этого понадобится трезвый ум. Я помню. Если ты пьешь так же, как дерешься, может выйти славное веселье. Собрано!
За ярла Лугаса Безумного и его безумие. Прости нас. Нам надо поговорить и с другими гостями края. Что теперь? Теперь мы нанесем визит в лабораторию Мышавура. Ты не говорила, что он нас пригласил? Он не приглашал. Я так понимаю, Мышавура там не будет? Верно. И какова цель нашего визита? Мы ищем одну вещицу. Маску Урабороса. Она нам понадобится. Пойдем, Геральт. А теперь ты расскажешь, зачем тебе маска Урабороса? Разумеется, в свое время. Я так понимаю, когда это время наступит, решать будешь ты. Угадал. Прячемся за гобеленом. Воробей чирикает, скворец свистит. А галка что? Галка галдит. Чиж пищит, журавль курлычет, а павлин вопит. Ястреб клекочет, жаворонок звенит, голубь воркует. Все. Соловья забыл. А, соловей поет. Еще чуть-чуть и... Так просто не откроешь. Это еще не все сюрпризы. Видишь, ворон? Трудно их не заметить. Они шпионят для Мышавура. Наверняка лаборатория где-то здесь. Кстати, я чувствую магическую ауру. Иди сюда. Мы вылезем через окно и пройдем по карнизу. Дал я зрелище и поотвратнее. Геральт из Ривии. Романтическая версия. Особенно для друида. Надо думать, Мышавур очень любит живую природу. В Каэр Морхене у нас был один такой. Я тебя умоляю. Охотник в такого оленя стрелу бы пустил. Охотник в такого оленя стрелу бы пустил. Ты что? Порезался. Тут заперто. Звери ожили. Берегись, Ян.
Они приближаются. Пахнет грибами. Скорее так пахнет, сохнущий на солнце. Что происходит? У тебя были галлюцинации. Ты начал рубить все вокруг. Мне пришлось тебя успокоить. Выглядело это, наверное, странно. Изнурительные тренировки в Каэр Морхене окупились сполна. Ты одолел почти все чучела зверей. Ну не надо. Ладно. Мы прошли испытание чучелами. Дверь открыта. Идем внутрь. Я закрою проход, чтобы никто ничего не заподозрил. Письмо с печатью Мышавура друидам. Он предупреждает их о тебе. Бесстыжие манипуляции Скеллиги о дикой охоте. Островитяне верят, что призраки плавают на Драккаре и... Шишка. Чудесный мир инсектоидов. Кто бы мог подумать. Ритуальные растения. Это женский плод. Вот палочка Мышавура. Друиды их почти не используют. Меч в камне. Может вытащить? Не видишь, что ли? Он зажат тисками. Череп ребенка? Здесь также подробная карта королевств Севера. Сферы влияния в разные периоды. Похоже, Мышавур кладет что-то в руку этой статуи. А что ты, статуя, скажешь о черепе? Нет, ты не похож на нерешительного принца. А если вставить ему в лапу шишку? Ничего. Осмотрюсь повнимательнее, может, еще что-нибудь найду. Козлик из липового дерева. Здесь есть подпись. Дяди Мышавуру. Такой мастерской не постыдились бы даже имперские алхимики. О, бульварное чтиво. Руб из Новиграда. Автор райной одежки. Попробуем еще раз.
Как насчет кружки меду? Статуя, не статуя, всем уже нужна выпивка. Похоже, сработало. Мышавур любит развлечься за чужой счет. Чувствую, маска будет в этом помещении. Пришли. Вот она. Надо вернуться на пир, пока... По-прежнему закрыто, надо что-то придумать и побыстрее. Сучий друид нас отравит. Этот газ убьет нас за несколько минут. Телепортируй нас. Подумай о чем-нибудь. Быстро! О чем угодно! Держись за меня. Черт, я порвала платье. Подожди минутку, надо его зашить. Ты что, шить умеешь? Я тебя умоляю. Я зачарую иглу. Нас уже ждет. Плевать, пусть ждет. Я очень по тебе соскучился. Сожгла бы уже эту рухлядь, сколько можно. Жалко зверушку. Столько воспоминаний. Геральт, ты знаешь, сколько они стоили? Иди сюда. Надо торопиться. Крах ждет. Ах так? Йен, отпусти гриву. Знаю я тебя. Ты тут же нас скинешь. Даже не пытайся. Я скучал по тебе. Я тоже по тебе скучала. Пора возвращаться. Мне надо одеться. Отвернись.
Раханкрайт спрашивал о вас. Мы вышли подышать свежим воздухом. Через минуту выйдут претенденты на корону. Помните, величайшая доблесть — сражаться с бестией, проклятой людьми и богами. Высший подвиг — подвиг на службе богини. Прекрасно сказано. Спасибо. Все запомнят твои слова. А теперь начнем. Мы проводили Брана в иной мир. Теперь выберем его преемника. Король должен быть мудр. Король должен быть уважаем. У короля должны быть яйца. Среди нас таких немало. Пусть выйдут те, что считают себя достойными трона. Сын не смог сегодня прийти. Вот его топор. Вот его воля. Пусть победит лучший. Или лучшее? Что ей взбрело в голову? Она твоя дочь, разве нет? Теперь-то я знаю, зачем она сказала мне, что собирается на спикеров. Дети. Чем они старше, тем больше с ними хлопот. Значит, нельзя откладывать наш разговор. Идем. А что было с Цири, когда она вошла в девичий возраст? Я помню, какими были ее бабка и ее мать. Говорят, яблоко от яблони далеко не падает. За ней невозможно было уследить. Она всегда стояла на своем и все делала по-своему. Почему ты спрашиваешь? Она одного возраста с Керис. Но моих... Именно так. Если понадобится помощь, золото... И я точно знаю, что девушка жива. Как... Нам нужна твоя помощь. И устроила взрыв на побережье. И взглянуть на который на... Точнее, мне не дают. Мы с ним... Об этом не беспокойтесь. Друиды не доверяют... Это не его... Я так и думал. В любом случае, Артскеллиг... Спасибо. Не за что. Когда... Арнвальд! Передай друиду, что я должен с ним поговорить. У меня есть еще одно дело. Помнишь Хьялмара? Так вот, он поклялся убить великана из Ундвик. А Керис тут заявила мне, что отправляется в собственный поход. Вбила себе в голову, будто Удалерик не псих. Ты хочешь, чтобы я помог Керис снять проклятие? Нет никакого проклятия. Керис решила пойти. Зачем в таком случае мать? Дело в том, что я ни на грош не доверяю Удалерику. Керис, а потому прошу. Великаны вымерли столетия назад. Кто-нибудь... Десятки беженцев. Великан опустошил остров, а Я слышала, что перед появлением великана... Это правда. Ну,
Так или иначе, сын собрал немалую дружину в Новой Гавани. Они должны были отплыть на Ундвик, а оттуда пешком добраться до Урскара. Это деревушка небольшая. Для начала поспрашивай людей в Новой... Странно, что ты сам не... Сомневаюсь. Кроме того, мужчина должен... Если Хьялмару... Благодарю. Если все всех поблагодарили, пора браться за работу. Надо понять, Цири по-прежнему на Артскеллиге или нет. Я оденусь поудобнее и сама тебя найду. Отправляйся на юг. Аномалия, которую нам нужно исследовать, уничтожила полосу... Славный получился пир, Крак.